72 миллиона рублей в этом году направят в Северодвинске на поддержку молодых и многодетных семей. Определены объемы финансирования под программы обеспечения жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище». 72 миллиона на 72 семьи. Все они в этом году смогут улучшить свои жилищные условия. Из них 38 семей многодетные. С этого года предпочтение отдаются тем, кто воспитывает 3 и более несовершеннолетних детей. Размер выплаты составит 35% от расчетной стоимости квадратного метра для семей с детьми. Самая маленькая сумма – это семья, не имеющая детей. Это где-то 500 тысяч средний, 500 тысяч рублей. Что касается самая большая семья, это 6 человек, значит, родители и 4 детей, у нас такая есть, это 1 500 000. Финансирование программы осуществляется из федерального, областного и местного бюджетов. Все, кто попал в программу, успели встать в очередь до 1 сентября 2013 года. Многодетные семьи, вставшие на учет сейчас, получат субсидию в 2015. Счастливчики этого года получат сертификаты уже к осени. Реализовать финансовую помощь они должны в течение 9 месяцев. Всего в очереди 800 молодых северодвинских семей, рассчитывающих на поддержку государства.